Меня зовут Клименко Евгений, я украинский художник, 6 лет проживаю в Киеве, сам родом из Днепра. 24 числа, после того, как началась война, я не сразу, но к числу 27-му уехал с Киева в Днепр. Вот, поскольку в Киеве уже шли такие активные боевые действия, в обычной жизни я рисую, пришлось оставить мою мастерскую в Киеве и все остальные картины. На данный момент нахожусь в Днепре. Вот, занимаюсь волонтерством, в основном бронежилетами, прицелами. Мы с ребятами собираем деньги, передаю прям, как бы так сказать, напрямую военным, поскольку у меня отец военный. Вот, сейчас нахожусь в Днепре, поскольку здесь не так сильно проходят активно боевые действия. Продолжаю рисовать и с помощью этого собираю деньги на нужды армии и остальные.